наказание по амнистии. Услышав вердикт, она потеряла интерес к происходящему и покинула зал, не дожидаясь приговора супругу, который отправится в колонию строгого режима. Сейчас я говорю, что я не слышу. Максим Пуканов, я на стриме два. В интернете на пустынной трассе фур врезал грузовик, который перевозил желтую краску. В результате местность вокруг стала ярче. Желтыми оказались оба.